я перестал понимать смысл спорта. Бро. Цирата дешевле. Цирата значительно дешевле. Ну, Цирата это что-то вроде Toyota Avensis. Да. Йод! Не подъезжай к нему, что она пьяная. Папа, нам нужно сегодня это взять и выложить. А куда мы это выложим? Ну, в смысле, записать для себя. Ну, это естественно, если регистратор записал. Ну, естественно, он записал это. Кстати, не забудь, что наши комментарии сейчас пишут, все тоже в инету идут. Да, классно, женщина. Ты видела на это? Да. У нее восклицательный знак, ты посмотри. Да, она не справилась с этим. Ну смотри, Гетц, я люблю Гетц. Ну давай. А теперь куда? Сейчас она еще в этого въедет. Ну, по-моему, ей сейчас нужно немножечко остановиться и прийти в себя. Она сейчас в шоке. Я бы на ее месте сейчас не ехал. Никогда. По-моему, она обдолбанная. Она, по-моему, слегка не в себе. А вон милиция идет уже сюда, видишь? Они, наверное, тоже это видели. Где? Вон прямо впереди, вон он идет. Что случилось, спрашивает. Документы, ведь можно, говорит, ваши документы, пожалуйста. Ну что, поедем, лап? Я думаю, что веселуха закончилась. Если с ней что-то не в порядке, он ее просто не отпустит. Вот. Ну вот, в общем, как соберешься, если что, пиши. Вот, я привезу. Если что, приезжайте сегодня. Маш, я перезвоню, да, блядь, я ударилась, давай. Блин! Да ребенка сбили.